Всем привет, с вами Стив Про. Всем покажу вам плагин, который добавляет всех мобов на сервер Pocket Mini Android. Так, вот у нас загрузился сервер. Как видите, в руках у меня свинка. Да-да, этот мод позволяет спавнить всех мобов с Minecraft Pocket Edition на сервере. Вот, как видите, вот появилась свинья. К сожалению, они не могут двигаться. Но уже это прогресс, что они могут появляться. До этого были доступны только жители зомби и спрут. Сейчас уже доступны все. Так. Как видите, у курицы больше хп. Конечно, это только пробная версия. В будущем, наверное, будут исправления. Как говорят, это бета. Так, вот убьем последнего моба. Убьем зеленого чувака. Да, вот все мы убили. Ну, такой плагин. На этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал.